Из-за теплой зимы весенне-полевые работы в стране могут начаться раньше обычного. Об этом на заседании, посвященной этой теме, сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. В Чувашии аграрии, по словам руководителя профильного республиканского ведомства, тоже готовы выйти в поля раньше. В этом году яровыми планируют засеять 305 тысяч гектаров. Не вызывает нареканий у специалистов и состояние озимых зерновых. Хорошо сохранились почти 60% таких культур. Лишь 3% отобранных в конце января монолитов находятся в неудовлетворительном состоянии, отметил министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов. Также он добавил, что для проведения весенне-полевых работ необходимо почти 2 миллиарда рублей. Приходы пятой части всех годовых субсидий на АПК почти 326 миллионов рублей в министерстве ожидают в ближайший месяц.